И сейчас вот у нас опять на очереди Протас. Я не помню, играл ли я с этим Протасом. И он, кажется, делал пакости, не поганки. В виде Раша Фотонок. Это еще такая позиция неплохая получается, что пилон перекрывает. Полностью подходы рабочих к строящейся фотонной пушке. Да что ж ты будешь делать с этими рабочими непослушными? Разъезжаются и все, что это. Проверим, чтобы не было всяких прокси. Тут бывают любители, даже вот где-то здесь ставят. Нету. Ну, едем дальше на разведку. Трачу 3 хронобуста на постройку рабочих. И теперь буду собирать бусты для того, чтобы так, тут кибернетка, все по стандарту. Пытался он выманить нескольких рабочих на то, что его пробка заехала за минералы, но мы к этому были готовы без никаких проблем. Не снимали своих рабочих с добычи ресурсов. И пока все неплохо. 2 газа у меня у него тут. Попытка окружить пробку. Вот если такая происходит ситуация, и у вас есть в кармане минеральчик, вы просто нажимаете кнопочку C, и ваш рабочий проскакивает сквозь вражеских проб, которые пытаются вас окружить. Так, тут только 2 рабочих на правом газе, я смотрю. Может, чтобы надо быть внимательным, чтобы не было всяких разводов. Типа ты уезжаешь, он снимает всех рабочих с добычи газа и начинает. Так, тихо-тихо, не хватало, чтобы он еще убил рабочего. Так вот, снимают рабочих с добычи газа и просто-напросто добавляют определенное число бараков. Рабочего поставим возле вышки за мага. 2 новых барака. Все под цифры пока. Есть возможность, если есть какая-то передышка и вас никто не атакует, всегда используйте это время для того, чтобы взять под цифры войска, проверить, все ли задинжено у вас. В общем, так, здесь займем позицию. Часто здесь играю через старгейты. Но если тут будет старгейт со стороны моего противника, мы поставим экспан себе. А там уже будет все зависит от того, как нахарасят Феникса. Ну, тут всякое, конечно, может быть. Так, ну экспанд пора уже ставить. Вроде я контролирую карту, ничего тут такого пока опасного нету.
Immortal в пути. Сейчас он. Да, и вот сейчас очень важно проверить, что там. Так, и только сейчас робо строится. Скорее сталкер с блинком там. Да, и 4 барака. Это, можно сказать, такой практически all-in. Ну, теперь главное определить, с какой стороны будет нападение. Так, подкосили одного сталкера, уже мелочь, а приятно. Ну вот если такое делать, такой лын, ну скажем так, это практически лын со стороны моего противника, то ему роботикс не нужен в этой ситуации. Ему просто надо как можно скорее юниты, потому что каждая секунда работает на меня. Вот это я зря чуть не поплатился, сейчас бы отжали одного иммортала. Моя задача просто-напросто не подозила там подойти вплотную, все, это моя игра. Отбили мы, убили мы всех зилотов, остались сталкеры, которые как бы толком ничего не сделают, потому что их мало. Потерял мой противник часовых и... Так. Есть Immortal очередной. Единственное, что жалко обсервер, но вот сейчас мы тоже обсервер этот убьем. Просто иммортами его не фокусим сталкеров вражеских. Этот блинк был лишним, конечно. Ну тут как бы уже все было понятно после того, как первая атака была отбита, только попытка продолжить игру и ГГ. Вот если бы он не делал роботикс, то атака его была бы чуть пожестче, быстрее немного и больше нитов могло прийти. А так было мне легче немного.